А, Мира, покажи себя. Да, он горит. Подготовка к сезону идет очень интенсивная. Двухразовые тренировки дают о себе знать. Надеюсь, в следующей игре мы добудем первую победу с новым тренером. Настрой очень хороший, надо себя проявлять, конкуренция очень большая. Два матча, это на два состава, получается, один человек будет играть по 90 минут. Вот, стараюсь себя проявить, потому что хорошая конкуренция, как уже сказал. Нужно себя проявлять, чтобы играть в составе. Я очень постараюсь принести пользу команде «Атрау». Надеюсь, что этот сезон все-таки станет для нас выходом в премьер-лигу. Буду очень стараться, буду стараться забивать и вас радовать. Спасибо за поддержку.